Из воспоминаний Филиппа Дика. Рамкров. Эта тайная организация отказывается признать, что демократия в 300 раз эффективнее. Предатели и диверсанты. Рамкров. Запомните это название. Заговор. Другие реальности. Тирания правительства. Мы хотели бы начать с нескольких стандартных вопросов. Да пошли вы! Вы регулярно используете незаконные вещества? Вы верите в Бога? Это не твоя война, Ник. Ты сейчас единственный человек против государственной власти. Слежка друг за другом разрушает основы нашего общества. Гражданин Николас Брейди отказывается сотрудничать в проведении расследования. Мне нужен адвокат. Оценка вашей вины и преданности требует уточнения. Скребай свою барахло и убирайся отсюда. Я американский гражданин. У меня есть права. Что если второе пришествие было инопланетным вторжением? Во времена Римской империи, в ходе военных действий, им надо было как-то надежно опознавать друг друга в местах встреч. Сообщения на уровне подсознания, паранойя, загадочные тайны. Это не он, не она и даже не оно. Это составная сущность. Как будто различные частицы собрались вместе и образовали единое тело с коллективным разумом. Если все так, то ты не сумасшедший. Я никогда себя им не считал. Это было свержение. Это был Рамкров. За свержение. Мой друг Николас Брейди пытался спасти мир и погиб. Свободное радио Альбемута. От мастера научной фантастики Филиппа Киндреда Дика, автора произведений «Бегущий по лезвию бритвы», «Особое мнение», «Помутнение». Его самая противоречивая, пророческая и личная история. Свободное радио Альбемута.